под крыши нет уже. Мне кажется, там точно нет ничего в крыше. Есть перебои в авиасообщении. Несколько дорог области закрыты. В некоторых городах острова отменили занятия в школах. Понял? Понятно. Здесь это которая. Не каждый из них такой оказывается. Я думал, нормально. Наводнение это называют. Итальянский остров Сицилии обрушился сильный шторм. Города заполз. Спасателям пришлось снимать люди. А, ну это что она сейчас сказала? Наводнение-то у нас смотрит. Ну у нас-то нет наводнения, мы же выше находимся. Что, завтра можно поехать и попасть с него. Куда он пойдет? Можем, нет. То, что рядом это. Мы же поднялись на серпантин сюда вверх. Самое интересное, приехали в Каталифе.